Всем привет! Сегодня я предлагаю вам сделать ростовой цветок георгин. Для цветка я выбрала нежную цветочную гамму. Розовая бумага тон 548, коралловая бумага тон 601 и светло-розовая бумага тон 569. Зеленая бумага для чашелистиков, листвы и обмотки стволов. Картонные круги 2 штуки диаметром 30 сантиметров. От светло-розового рулона бумаги отмеряем 50 сантиметров. Отрезаем. Полученный отрезок сложим для удобства и разрежем на 6 равных частей по 8 сантиметров. Первую полоску складываем пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Прорезаем с обеих сторон, оставляя непрорезанными 2 сантиметра. То же самое с другой стороны. Получили заготовку 6 на 10 сантиметров. Затем разрезаем 6 сантиметров на 2 части по 3 сантиметра, также не прорезая до конца 2 сантиметра. Вырезаем острые лепестки. Получили розовый заборчик. Растягиваем лепестки посередине в разные стороны. Аналогично поступаем со всеми нарезанными лентами. Розовые ленты готовы. Должно получиться 6 штук. Их пока отложим в сторону. От рулона светло-розовой бумаги отмеряем 50 сантиметров. Отрезаем. Полотно сложим для удобства и разрежем на 4 равные части по 12 сантиметров. Первое полотно складываем пополам, еще раз пополам и на 3 равные части. Заготовка 4 сантиметра на 12 сантиметров. Прорезаем с обеих сторон, но не до конца, оставляем 2 сантиметра. Вырезаем острые лепестки. Полученный заборчик собираем в мелкую складку и закручиваем в одну сторону. Затем расправляем и растягиваем лепестки посередине. Аналогично поступаем с оставшимися отрезками. Получаем в итоге 4 ленты высотой 12 сантиметров. Их отложим в сторону. И снова от рулона розовой бумаги отмеряем следующие 50 сантиметров. Отрезаем. Полотно сложим для удобства и разрежем на 3 равные части по 16 сантиметров. От рулона розовой бумаги отмеряем следующие 50 сантиметров. Отрезаем. Полотно сложим для удобства и разрежем на 3 равные части по 16 сантиметров. Отмеряем следующие 50 сантиметров. Последнее полотно разрезаем также на 3 равные части по 16 сантиметров. Получили в итоге 9 отрезков высотой по 16 сантиметров. Первое полотно сложим пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Получаем 6 сантиметров на 16 сантиметров. Разрезаем с обеих сторон, не до конца, оставляем 2 сантиметра. Полученный заборчик собираем в складку и немного закрутим в одну сторону.
растягиваем лепестки в одну сторону посередине. Со всеми нарезанными полосками нужно будет сделать то же самое. 9 кудрявых заборчиков сделано. В сторону их пока. Берем бумагу розового цвета, тон 548. Отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Полученное полотно сложим для удобства и разрежем на 3 равные части по 16 сантиметров. Полоску сложим пополам, пополам и еще раз пополам. Прорезаем с обеих сторон, не до конца, оставляем 2 сантиметра. Вырезаем лепестки. И затем уже знакомый процесс. Присборим, закрутим и растянем. С оставшимися полосками делаем все то же самое. Для сборки понадобится трубка. Это может быть трубка от бумажных полотенец. Главное, диаметр трубки 2 сантиметра. Высота примерно 15 сантиметров. Металлопластиковая труба легко должна туда заходить. Один из концов трубки нужно закупорить. Для этого я использую упаковку от бумаги. Закупорить трубку нужно слегка отступив от края, вглубь трубы примерно 2 сантиметра. Немного клея и один из концов трубки закрыт. Теперь стебель будет зафиксирован. Начнем работать с самыми маленькими лепестками, 6 сантиметров. Для начала соберем 3-4 лепестка в мелкую складку и зафиксируем их между собой. Затем продолжаем собирать лепестки по кругу, по принципу закручивания. Соблюдайте осторожность, клей очень горячий. Серединка собрана, ее предстоит вставить в отверстие трубки со стороны закупоренного края. Противоположная сторона трубы должна оставаться свободной для стебля. Продолжим наклеивать лепестки. Вторую ленту 6 см высотой мы присборяя фиксируем на саму трубку у основания. Собрав круг, плотно прижимаем бумагу к трубе. Пустоты необходимо заполнять клеем. Вторая лента наклеена. Все оставшиеся ленты клеим на одном и том же уровне. Если вам кажется, что фиксация не плотная, можно усилить конструкцию липкой ленты. Начало должно быть крепким. На этом месте будет держаться весь цветок. После усиления продолжаем клеить полоски на том же уровне. Первые лепестки высотой 6 см закончились. Переходим к лепесткам высотой 12 см. Эти ленты клеим, отступив по трубе вниз 1,5-2 см. Лепестки должны возвышаться над предыдущими. Клеим все по тому же принципу, по кругу, немного добавляя мелких складок. Заборчики высотой 12 см пока клеим на одном уровне. Не забываем посматривать на получившиеся соцветия. Образовавшиеся пустоты между трубкой и лепестками необходимо заливать клеем.
У меня осталось два заборчика высотой 12 сантиметров, и я решила немного поднять лепестки. Отступаем от края 1 сантиметр и продолжаем клеить по кругу. Вторую ленту я клею на уровне предыдущей, отступив 1 сантиметр. Все ленты 12-сантиметровые закончились. Получилась красивая серединка. Ленты высотой 16 сантиметров можно возвращать на стол. Их у нас 9 штук. Две ленты пока отложим в сторону и работать будем с 7 лентами. Для удобства работы присборим и закрутим первую ленту, добавив гофрировки. Клеим по кругу и на трубку, и на цветок. Не забываем закладывать мелкие складки. Клеим по трубе, отступив 1,5 сантиметра вниз. В пустоты у трубы заливаем клей. Шестнадцатисантиметровые лепестки сразу добавили цветку объем. Вторую ленту, предварительно подготовив, клеим на том же уровне, по кругу. Третью ленту предлагаю разрезать по лепесткам и наносить их по одному. Таким образом легче попадать между лепестками предыдущего ряда. Одиночные лепестки клеим, немного отступив от края 1 сантиметр. Так проходим первый круг. Второй круг продолжаем клеить на уровне предыдущего. За счет этого цветок будет подниматься. Ленту номер 4 разрезаем по лепесткам и продолжаем клеить на том же уровне. Лепестки доклеиваю в места, где, по моему мнению, их не хватает. У меня осталось 3 ленты на столе и еще 2 ленты в стороне светло-розового цвета и 3 ленты ярко-розового цвета. Их пока все вместе отложим в сторону. Сейчас поработаем с картонными кругами. Их нужно 2. На кругах есть полоски. Эти полоски на кругах должны быть совмещены крест-накрест. Это даст дополнительную жесткость. Картонные круги между собой хорошо склеиваем. Для лучшей фиксации я скрепила круги скобами. Основу оставим остывать, а от рулона ярко-розовой бумаги отмеряем 1 метр, 1 метр и остаток. Нарезаем. Получили полотно 1 метр, второе полотно 1 метр. Оба отрезка разрезаем на 2 равные части по 25 сантиметров. Метр складываем пополам, еще раз пополам и на 3 части. Получаем заготовку 8 сантиметров на 25. Прорезаем с обеих сторон не до конца, оставляем по 2 сантиметра. Вырезаем лепестки. Полученный заборчик соберем в мелкую складку и немного закрутим в одну сторону. Расправляем ленту и немного растягиваем лепестки посередине. Со всеми метровыми нарезанными отрезками продолжаем делать все то же самое. В итоге у нас 4 ленты розового цвета высотой 25 сантиметров. Отложим их пока в сторону. Берем бумагу кораллового цвета, тон 601. Отмеряем от рулона 50 сантиметров. Отрезаем. Остаток рулона делим пополам
примерно по 1 метру. В итоге 3 полотна – 1 метр, 1 метр и 50 сантиметров. Начинаем с отрезка в 50 сантиметров. Разрезаем его пополам по 25 сантиметров. Метровые отрезки разрезаем тоже пополам по 25 сантиметров. Метровое полотно складываем пополам, еще раз пополам и на 3 равные части. Получили заготовки 8 сантиметров на 25 сантиметров. Вырезаем острые лепестки. Прирезаем с обеих сторон не до конца. С оставшимися полотнами выполняем все то же самое. Полученные заборчики собираем в мелкую складку, закрутим в одну сторону и слегка растянем лепестки посередине. Все ленты и метровые, и 50-сантиметровые готовы. Вернем на стол картонные круги. В середине нужно сделать прорезы примерно 4 сантиметра. Необходимо сделать 6 прорезей. Продавим прорезь в одну сторону. Это отверстие предназначено для трубы. Начнем клеить с ярких коралловых лент. Клеим на круг, отступив от края 2 сантиметра. Немного присборяем. Первое полотно у меня метровое. Второе полотно я возьму 50-сантиметровые, и мне хватит закончить первый круг. Второй метровый заборчик кораллового цвета я разрежу по лепестку, просто мне так нравится больше, но это совсем не обязательно. Клеим, стараясь попадать между лепестками предыдущего ряда. Итак, проходим второй круг. Второй круг закончен. Теперь предлагаю добавить лепестки более светлого оттенка. Светлую ленту я тоже разрежу на лепестки. Клеим по кругу, немного сместившись к центру, примерно 1,5 сантиметра. Если лепестки закончились, берите следующую светло-розовую ленту. Третий круг закончен.
Для четвертого круга предлагаю нарезать лепестки розового и кораллового цвета. Лепестки будем чередовать, сместившись вниз к центру на 1 см. Один лепесток кораллового цвета, другой лепесток розового цвета. И так по кругу, закладывая по ходу небольшими складками. Четвертый круг завершен. Пятый круг будет только из розовых лепестков. Отступив к центру 1 сантиметр, продолжаем наклеивать по кругу, немного присборяем. Пятый круг доклеен. У меня еще остались светлые лепестки, и я распределю их по шестому кругу, немного сместившись к центру, примерно 1,5 сантиметра. Пришло время лепестков 16-сантиметровых. Ленту 50 сантиметров я разрезаю по одному лепестку и продолжаю шестой круг. Лепестки слегка задираю кверху, стараясь попадать в пустоты шестого ряда. Шестой ряд завершен. Следующую ленту розового цвета нарезаю на лепестки и продолжаю наклеивать. Седьмой ряд со смещением к центру примерно 1 сантиметр. Ленты 16-сантиметровые светло-розового оттенка тоже нарежу на лепестки и буду их чередовать. Лепесток поярче, лепесток побледнее. На видео разница практически незаметна. Лепестки слегка присборяю. Седьмой круг завершен. Оставшиеся лепестки понадобятся в дальнейшем для бутона. Теперь можно соединить две половины цветка.
Должно получиться примерно так. Для соединения двух половин нанесем клей на середину картонного круга. Пропустим в отверстие трубку и хорошенько зажмем две половины. Нужно быть осторожным, клей очень горячий. Цветок пока в сторону. Сделаем зеленое оформление. От рулона отмеряем 7 сантиметров и загибаем 9 раз. Отмеряем от края 20 сантиметров и вырезаем острый лепесток сразу. Обрезки зеленой бумаги пригодятся. И только затем прорезаем до конца с обеих сторон. Все листья соберем в мелкую складку и закрутим в одну сторону. Расправим и аккуратно растягиваем посередине. Обрезки зеленой бумаги также скрутим в одну сторону. И тоже расправим и растянем посередине. Возвращаем на стол цветок. Для красивого перехода у ножки цветка понадобится немного мягкой бумаги. Для этого хорошо подойдет бумажное полотенце или туалетная бумага. С помощью клея фиксируем бумагу на трубе, стараемся создать конус. Зелеными листьями заклеиваем основу, заходя на конус с одной стороны и лепестки цветка с другой. Так предстоит пройти по всему кругу. Трубу до самого конца нужно задекорировать бумагой. Труба плотно входит в цветок, по сути, работа над цветком завершена. Теперь займемся бутоном. Для начала сделаем форму. Я много раз это показывала, поэтому буду кратко. Бутылка 9 литров. Отрезаем низ бутылки и вверх. Состыковываем и фиксируем клейкой лентой. Все, основа готова. От цветка у нас остались лепестки высотой 16 сантиметров. Я разрежу ленты по лепестку. Нам понадобится трубка и зеленые листья. Отрезок 20 сантиметров на 50 сантиметров сложим пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Разрезаем до конца с обеих сторон. Получили заготовку 6 на 20 сантиметров.
разрежем ее пополам по 3 сантиметра. Вырезаем острые листочки. Собираем и закручиваем все листья в одну сторону. Расправляем и слегка растягиваем. Диаметр моей формы 18 сантиметров. Загибаем зеленый листок примерно 2 сантиметра. Наклеиваем на форму. Листочки клеим внахлёст по кругу. Должно получиться примерно следующее. Розовый лепесток немного присборив клеем на форму, впритык к зеленому лепестку, только изгиб лепестка к центру. Загибаем примерно 2 сантиметра. Продолжаем клеить по кругу внахлёст. Первый круг наклеен. Приступаем клеить второй круг. Присборяем лепесток и клеим его со смещением в центр 2 сантиметра. Вторым кругом мы практически скроем форму под бумагой. Третий круг состоит из 3-4 лепестков, собранных вот таким образом. Центр скрыт в лепестках. Для фиксирования лепестка я использую длинную палку. Верхушка бутона готова. От цветка у меня остались зеленые листья. Ими я пройдусь вторым кругом по верху бутона. Клею на форму, отступив 2 сантиметра. Внахлёст немного присборив. От рулона зеленой бумаги отмеряю и отрезаю 50 сантиметров. Полученное полотно разрезаю на две равные части по 25 сантиметров. Складываю пополам, еще раз пополам и на три части. Вырезаем острые листочки. Прорезаем с обеих сторон до конца. Все листочки закручиваю в одну сторону. Расправляю и растягиваю. Этими листочками заклеиваем пластиковую форму. Со вторым полотном поступаем аналогично. От рулона зеленой бумаги отмеряем и отрезаем 25 сантиметров. Полученное полотно разрежем на две равные части по 25 сантиметров. Полотно сложим пополам и еще раз пополам. Вырезаем острые лепестки. Собираем все лепестки в мелкую складку и закручиваем в одну сторону. Расправляем. Со вторым отрезком повторяем то же самое. Клей необходимо наносить на весь листок. Клеим внахлёст. Пластиковая форма должна
полностью скрыться под зелеными листьями. Бутон готов. Займемся стеблем. В крышке необходимо сделать круглое отверстие. В отверстие с натугой должна входить труба, стебель. Стебель можно зафиксировать клеем или оставить без фиксации. Крышку для аккуратности задекорируем зеленой бумагой. Теперь остается только задекорировать сам стебель. Нарезаем полоски зеленого цвета и оборачиваем белую трубку. Бутонов можно сделать несколько. В моей композиции будет один большой цветок и три бутона. Дальше все просто. Подготовим для стеблей металлопластиковые трубы разного размера. У меня две трубы диаметром 20 мм. Их длина примерно 1 метр, 20 сантиметров и 2 метра. И одна труба диаметром 26 мм. Она предназначена для цветка. Длина трубы 1 метр 70 сантиметров. Трубы я свяжу между собой клейкой лентой в двух местах. Для емкости основания использую обычное строительное ведро из Леруа Мерлен. Главное правило для всех емкостей под цветы – широкое дно и небольшая разница между дном и верхом ведра в окружности. Мое ведро в 12 литров соответствует этим требованиям. Располагаться трубы внутри ведра будут примерно так. Кончики труб не должны быть ровными. На это ведро понадобится примерно 12 кг смеси. Если в ваших магазинах нет именно такой, купите аналог. Если у вас есть мужские руки выполнить эту работу, отлично. Но не всем так везет, поэтому месим. Перемешиваем тщательно. Снизу не оставляем сухого материала. Пескоцементная смесь очень летучая и лучше это делать на улице. Устанавливаем трубы в цемент. Понадобится усилие, и теперь необходимо оставить это произведение в покое на 2-3 дня. Цемент должен полностью высохнуть. В этом мастер-классе я решила задержать ваше внимание чуть подольше. Есть у меня желание оформить ведро поинтересней. Нам понадобится клей ПВА, ножницы, старые газеты, картон и вязальные спицы. Итак, газету нарезаем на полоски шириной 10 см. Нарезать предстоит много, 300-400 штук. Не пугайтесь, это не сложно и недолго. Нарезать полоски необходимо именно так, как я показываю, и не иначе. Впоследствии в противном случае ничего не выйдет. У бумаги тоже есть направление волокон. Полоски нарезаны. Вооружаемся вязальной спицей. На спицу предстоит накручивать полоску вот таким способом. Сразу редко у кого получается, но все, кого я учила, научились. Спокойно, не нервничая, повторите 5-10 раз, и на 10-й все получится. Я покажу еще раз. Начинаем снизу. Плотно затягиваем бумагу до характерного треска. В конце должен остаться вот такой треугольник. На кончик наносим клей и подклеиваем. Все готово. Надеюсь, у вас тоже получится. Трубочки закручены, и это были рабочие трубки. А теперь нужно сделать еще 64 трубочки из лент шириной 12-15 см. Получатся трубочки более жесткие, это трубки основы. Процесс накручивания такой же и не вызовет затруднений.
Для продолжения работы нам нужен картон. Вырезаем два одинаковых круга. Размер кругов зависит от диаметра вашего ведра у основания. На один из кругов наносим клей ПВА, не жалеем. И раскладываем трубочки основы в виде солнышка. Отступаем от края 2 см. Расстояние между трубками примерно 1 см. Второй картонный круг хорошо промазываем клеем и накрываем солнышко сверху. Плотно фиксируем каким-нибудь грузом и оставляем до полного высыхания на одни сутки. Самое приятное – это процесс сборки. Установим ведро на солнышко. Хорошо, если у вас высокие потолки и крепкий стол. Для начала поднимем вверх трубочки основы. Их можно просто поднять, а можно сделать поинтересней. Возьмем в руки две трубочки. Первую заводим за вторую и поднимаем ее вверх. Теперь вторую заводим за третью палочку и тоже поднимаем ее вверх и так по кругу. Я повторю несколько раз. Пальчиком помогаем загибать трубки, плотно прижимая их к ведру. Круг завершен, и последние лучики солнца принимают вертикальное положение. Только последняя трубочка может вызвать небольшие затруднения. Последнюю трубочку нужно пропустить вот в эту петельку. Ну вот. Все палочки смотрят вверх. Переходим к рабочим трубкам. Свои я покрасила в два разных цвета. Вам делать это не нужно. Я это сделала для того, чтобы мне было легче объяснять. Перед плетением трубочки нужно очень хорошо помочить. В моей баночке-пульверизаторе обычная вода. Трубочки должны быть мягкими, но не мокрыми. Так сказать, средней промочки. Берем две рабочие трубочки широкой стороной к себе. Один кончик сминаю, делая из него острие, и вставляю в толстый край второй трубочки, предварительно смазав его клеем. В итоге должна получиться длинная трубка с двумя острыми кончиками. Складываю ее пополам и надеваем на трубочку основу. Плетение простое. Перехлёстываем трубочки между собой и одну из них заводим за трубочку основания. Вот, собственно, и вся хитрость. Плетение продолжаем по кругу, а если трубочка заканчивается, просто наращиваем ее, надевая на острый конец трубки широкий конец следующий. Если тема плетения вас заинтересует, пишите. Я поделюсь с вами другими способами плетения. Плести нужно, хорошо затягивая рабочие трубки.
Когда плетение будет закончено, трубки основы просто отрезаем и подклеиваем кончики вместе среза. Красить оплетенное ведро предлагаю черной краской. Можно использовать акриловую краску или вот такой колер. Его можно использовать самостоятельно, без краски основы. Тонировать я буду золотистой акриловой краской. Кисточку лучше взять помягче, моя слишком жесткая. Перед тонировкой черная краска должна полностью высохнуть. Золотистую краску наношу легкими движениями, предварительно немного подсушив кисточку. Придаем плетению глубину и благородность. Ведро изнутри задекорируем зеленью. И все, цветок готов. А у меня на этом все. Удивляйтесь сами. Радуйте и удивляйте близких. Всем удачи. Пока-пока.